Здравствуйте, меня зовут Елена Владимировна. Надеюсь, первый блок не вызвал у вас сложностей. Приступим ко второму блоку. Если в первом блоке мы использовали первые шаги в фигурном катании, то здесь предлагаю вспомнить первые зубцовые шаги. По желанию вы можете соединять блоки. С одной стороны, так будет легче и интереснее отрабатывать элементы, с другой, это будет красивее и интереснее восприниматься со стороны.